мышка наша приехала. Будем уравнять. Вот, смотрите, достать можно. Ну, правда, не очень-то удобно. Это ее. Вот. Это мягкие. Белые. Собирай. Не свалиться бы мне тут. Варим. Варим. Потом чеснок, лук. Яичко положу туда,
И наверху хочешь сметану, хочешь мацони. Делай и покушай. Жарим, конечно. И все. Здесь бассейн с вами сделаем. Вот здесь. Почему здесь? Вот тут вот. Люди. И будем... Какие люди? Мы с вами вот будем загорать. Где я? Вот туда. Место есть. Бассейн. Но это маленький бассейн. Мы большой сделаем. Вот здесь, вот так. Будем лежать, загорать. Лежи, загори. А что? Лежаки у нас есть. Забор, видите, какой большой поставили. Выйдем с вами в купальниках. Да, да. Под зонтик ляжем. Да. Так хорошо. Ляжу хорошо я. Смотрите, как видно по забору, можно с ним сверяться. Выравнивается площадка. Здесь вот планируется подпорная стенка, вот сюда, на угол дома. И тут еще уровень поднимется. Видно, что вот он, этот уровень. Здесь у меня летний душ. Вот отсюда земля должна пойти вот сюда. Здесь уже практически ровно. И забор, видите, уже не кажется таким большим. На самом деле, если я подойду, то прям можно практически перепрыгнуть. Очень близко он оказывается. Смотрите. Оп! И он мне по пояс. Здесь, правда, будет еще две доски. Вот как раз на уровне глаз. Сад останется, его верхняя часть в видимой зоне, остальное прикроется. Совершенно невысоко, теперь кажется, наоборот, очень даже уютно. От этой подпорной стенки выравниваемся, и эта территория у меня в будущем отдается под бассейн. Там пойдет тоже небольшой бордюрчик и дорожка, в общем-то, тоже планировка будет. Следующая подпорная стенка, вот здесь вот, как раз она там, где душ летний, вот он, мы к нему подошли. Встает еще одна подпорная стенка, которая уже выравнивает уровень переднего двора южной части. И если здесь у нас зона бассейна, то здесь у меня зона летней кухни. Здесь стоянка. Кстати, на днях привезут ворота. И вот эта вот часть будет тоже одного уровня. На угол дома мы выходим. Оп. Все продумано заранее, уже давно было. Сейчас все это, когда реализуется, очень приятно смотреть. Если вот так возьмешь, прямо вот здесь, все. Вот здесь. А, здесь выше, да? Ну да, да. Вот отсюда, куда есть. Еще есть. О, куда? Давай, давай. В общем-то, террасы, они, да, вот этот вот косяк, который заливали, тут практически 80 сантиметров. Террасы здесь и заканчиваются. Вот забор идет на уклон с соседом, где мы сетку так и не повесим. Здесь у нас площадка, здесь дом, там еще три площадки. И сюда уже идет сад, который, когда ты находишься там, практически не видно, только верхушки деревьев. Меня это абсолютно устраивает. Дальше наш сарай. Там вот они сделали тоже уже отмосточную такую подпорку. Белый – это наш уличный туалет. Тоже ошибка молодости, что называется. Не в плане того, как он сделан, а в плане того, где он посажен, как он стоит. Он должен был быть по-хорошему вот в той стороне дорожки. Ну, в общем, как есть, так есть. Дальше у нас белый дом с двором. Летняя кухня, там выезд. За белым домом сейчас ребята вот в той части заливают мне еще один забор.
который придет примерно вот где-то там. И потом вот здесь по невидимой стороне тоже идет забор. Ну, не все так просто с заборами, конечно. Вот смотрите, например, здесь у нас странный уголочек. Он появился, когда мы переместили границу, выровняв ее по дому. Раньше мы вот где-то здесь, у нас наш забор начинался и шел наискосок вот туда, на тот сарай. Террасу мы себе смогли здесь позволить. В общем-то, мне очень мечталось, мы ее сделали. Я очень рада этому. Дальше это все достаточно трудозатратно, и выровнять весь склон террасы, ну, это, ребят, накладно. Покажи! Не ломай, не ломай, дай посмотрю. Эх, жалко. Не надо? Вот это что? Это кизил, ну что ты говоришь? Посади, примется? Нет, примется, а это? Это кудрание. Интересно, слушай, а что ты говоришь, что она не очень-очень даже? Вид у нее интересный. Что она любит? Ну, грибово. Ну вот я хочу туда в сад большой посадить. Кизилу, по-моему, пофиг, да? Ну вот на бугры посажу туда куда-нибудь. Посади, это можешь еще год... потерпеть, как бы, да? В горшке, в смысле? Да, если там, где цветы, поливать. И на следующий год высадить куда хочешь. Ну, давай тогда в горшок и пересажу, и все в большой. Да не, вот тебе и горшок где-нибудь. Ну, смотри сама. Так, так, так. Здесь уже вторая ступенечка образовалась. И стоит опалубка на третью. Вот одна еще одна граница нашего участка и речка, которая заканчивается там, где начинается летняя кухня. Туда дальше. Не видно за колючками. Курятник, белый дом. И вот эта территория сада сзади дома. Исторически, скажем, наша часть. Такой забор. Что там у вас получилось? Получилось 17 штук. Это мамаша? Да, это мама. Что-то беспокойная какая-то она. Да. А не хотите отпустить их, чтобы по земле походили? Потом, пока маленькие, чуть-чуть вырастут, чуть-чуть. Какие маленькие? Вон уже перья есть на этих. Перья есть, это, кошки все будет таскать, боюсь. Поэтому не пускаю. Так оно же скушали, они будут. Ну, да. Вы забыли, как у нас петух вырос? Да. Один ходил? Да, один. Не знаю вообще. Не хочу трогать, а то маленького топтает, сдохнет маленький. Что? Шесть штук. Ой! Три, вот только что вылупился. Тебе. У нас уже хороший день. Кровать собирается, значит, уже что-то происходит. Давайте я вам покажу свою красоту. А здесь дренаж будет. Многие задали вопрос, куда будет уходить вода. Ну, вот у нас здесь пойдет дренажная труба. Там уже в подпорной стенке она залита. И в следующей подпорной стенке тоже есть труба.
это такая резервная, если будет большой поток воды. Если не будет большой поток, то здесь во всех подпорных стенках есть дренажное отверстие. То есть все это в итоге окажется в саду, вот в той нижней части. Здесь тоже обозначились уже подпорные стенки. Разные уровни земли чуть-чуть подсыпали. Потом, конечно, это еще раз будет как-то выравниваться. Сейчас задача залить. Вот раз, и там два. Уже выравнивать и сажать траву. Давай. Все. Лучше ты ее не делаешь. Наши доски тоже... Мне не нравится, что она вот она на разной высоте. Ну, может, зашлифую я это все. Сейчас пройдешь, я до нас. Вот это все вот так сними. Поднесешь. Сюда хочу сделать большое изголовье. Прямо вот на всю стену. Сверху планируется какой-то красивый декор. Задумка есть, теперь нужно приступить к исполнению. Ткань я тоже купила. Вопрос с розетками, как я это буду подрезать, вырезать. Но что-то надо придумать. У нас привидения завелись. Сами по себе предметы двигаются. Из комнаты приехала. А? Из той комнаты приехала. Вот. Эти светильнички мне гораздо больше нравятся. Они еще отвиснут, пока кривые, еще нет лампочек. Ну, в целом, здесь будет кухня, здесь будет украшение на стене, поэтому пока не буду объяснять задумку. Она есть, все должно играть. Эту люстру вы уже видели. И здесь повесили вот такой шарик милейший. А в этой части будет шкаф. Тоже еще не отвис, кривой. Сейчас прикинем изголовье тогда. Может, я его сделаю тогда сегодня? Давай, оставим. Давай. Сцепилось? Хорошо. Помешай, на. Она помешала? С краской сразу. Краска есть, да? Ну да, она валит с краской. Ничего страшного тогда. Она же не просто для красоты краска. Она еще для того, чтобы вода не впитывалась. Грунтовка для опыта. Thank you.
заливку делать? Да. Деревянная муха? Да. Это грунтовка, да? Вот в эти ямки тоже заглядывай, да, вот. Нет, Миш, равномерно делай, ты не заливаешь. Просто намочить это не то. Полностью, чтобы блок был белый. Ну и что, зато не руками махать. Ночь на дворе, мы решили испытать плоскопульт. Даже охуительно. День на день похожи. У меня здесь еще одна ступень. Доброе утро. Доброе утро. Ну, вот так сегодня он выглядит. Это первый слой. Сначала мы погрунтовали. И на первый слой накрыли. Первый слой всегда кажется ужасным. Кстати, видно разницу. Вот там первая колонна, она была покрашена валиком, он у меня был в белой краске, ну и как бы довыкрасился. А этот цвет, который мы будем использовать на фасаде и на заборе, он немного другой. Он уходит в серый, он вроде белый, вроде и серый, но не так бьет в глаза, когда попадает солнце в солнечный день. Все, кончили. Есть? Там тоже закрывать, а то эта собака все яички покусила. Сейчас не знаю. Здесь развязка у нас странная получается. Сюда мы уходим подпорной стенкой до конца. Еще не факт, что до конца, иначе мы вообще в землю вкопаемся, если возьмем уровень. Здесь получится не очень высоко. И отсюда нам нужно будет либо ступеньку. Потом, да? Нет, надо будет сюда дойти. Здесь и здесь остановиться хочешь? Скорее всего, а дальше что? По-другому.
Другой уровень, если мы здесь, ты хочешь ловить, тогда давай опять вот делить участок и еще здесь подпорную стенку заливать, чтобы эту сторону поднять. Уже, мне кажется, это чрезмерно будет, так хотя... 8 сосчитали, как я не понял. Да вы неправильно сосчитали, как обычно. Ты сказала 80 от дома. Так и вышло 80 от дома, это линия. Не 80, 90. Ну, то есть 90. 90, ну... Какой мотивации, я так и не понял. Ну, это на глазок на Женькин просто получилось. Ну, по трубе, если бы сделали бы вот эту трубу, по этим трубам, вот тогда было бы четко все. А по трубам ты нет, сказала, 80. Хорошо, здесь как пойдет? А здесь, получается, нужно будет заливать еще одну подпорную стенку. Да. Уровень дома, чтобы... Вот эта вода, она всегда, все время течь будет. Она не мешает. Не закрывается она? Закрывается, но зачем? Она не мешает. Кому-то мешает? Если мы пройдем сюда? Да. И заодно и эта стенка зальется. Да, я так и предлагаю. А здесь отмостка сама по себе пойдет. Да. Там уже по-другому сделаем, все равно канал остается. Да. Если вот чугунные люки сам был сделал, и мы сделаем. Так, из-за дождя мы ничего не делаем сегодня по участку, потому что рабочие не пришли. Но у нас тут вот пациент прибыл. И это блоки. Подали ему. Смотри, какой. Не хочет сниматься. Побежал. Дрозд. Фотоохота. Что показывают? Две лошади, откуда они взяли? Все, траву твою съедят? Лошадь где пасется, там уже до осени ничего не растет. Корова еще ладно, а лошадь тут. Это на крутом он будет. Снимаешь, да? Не хочешь, не надо. Не хочу. Если бы ты их не поставил, я бы не поняла, что они не нужны. А может, не надо пока снимать? Может, не надо пока снимать? Обои ты сможешь отнимать, Миша. Миш, скажи, пожалуйста. Ух, ёпта. Ага. О, людям скажи, пожалуйста, ты рад, что я выиграла в конкурсе? Какой конкурс? В Москве что квартиру делали? Да. А? Да. Все слышали? Вот. Человек рад. Ты гордишься мной? Да. Миш, ну погуще. Сейчас гипсокартон все это впитает, и оно сухое будет. Мне кажется, надо валиком все-таки это делать. Ну, я всегда валиком делаю. Первый раз вижу, чтобы кистью это мазать. Как нет? А там кисточкой промажь, вот которая где рядом с этим. Дай кисточку тогда мне. Там вот маленькую я положила. Куда? Ну, там лежит вот такой. Ну,
Что-то я не поняла. Как я должна там стык подровнять? Вот этот. Намазать я намажу. Обои как придут. Они должны туда заехать внутрь. Здесь зайду, да? Нет. Все, тащи. Я сегодня не сделала. Пускай вместе хотя бы не пошли. Вообще-то надо уровень отбить. Мы что, без уровня, что ли, лепим? Как Бог на душу положит? Все в идеале, Евгения. Все, у тебя еще есть одна профессия. Я умею плинтусы класть. Надо тряпочку, да-да-да. Миша, вот тут вот надо уровень отбить. Дай хотя бы же такой уровень, механический, в смысле обычный. Где? Красота неописуемая. Мне нравится оттенок, он такой спокойный, приятный, с теплотой. И с полом не спорит. Единственная стена в доме, где есть обои. Супер получилось. Если не присматриваться, вообще стыков нет. И даже если присматриваться, вот я сейчас не найду. Ты видишь? Я тоже не вижу. Очень удачные обои и рисунок. Вот у меня в комнате северного дома, например, какие интересности. Вообще ничего не интересно. Посмотрите, белые стены, какой-то простой деревянный потолок. Тут у меня уже чуть-чуть заставлено все. Матрас лежит, буду расправлять на ту кровать в северную часть. А здесь мы монтируем балку. Она отступила от этого. Хотя бы вот. Как это?